Здорово, народ. Попробуем пройти. Попробую пройти ДЛС подопытный 29. Значит, чтобы войти в ДЛС, надо вот в блоке 13 к камушку подойти. Выбрать настройки мира. И выбрать компанию. Вот не приключения. Ну, можно и приключения как-то, но я не знаю. Вот компанию выбираем, нажимаем X. И вот здесь вот будет подопытный 29-23. Попробую на высокой, хотя это неплохая идея, конечно, на записи делать. Ну ладно. Вот и... И оно само нажалось, да? Что? Говорят, именно надежда делает нас людьми. Завтра все наладится. Повторяем мы снова и снова до самой смерти. Год назад мне пришлось блуждать по мирам и убить спящую, человека, с помощью которого корень захватил землю. Уходя из этой чертовой башни, я думала, что война наконец закончилась. Но корень еще здесь. Форд считает, что мы найдем ответ в старых блоках. Тех, от которых никогда не было вестей. Я иду в исходный блок. Туда, где все началось. Надеюсь найти последнюю связь корня с нашим миром. После этого все наверняка наладится. Думаю, мы уже близко. Если верить Форду, исходный блок где-то впереди. Не понимаю, как кто-то мог здесь жить? Корни подкрадутся, и не заметишь даже. Да, жутковато. Хоть сейчас готов вернуться к бетонным стенам и разрушенным башням. Мне нравится, тихо и спокойно. Это затишье перед бурей. Я рад служить блоку и все такое, но я не могу долго жить вот так. Слова истинного героя. Какой бы ни была причина, я рад, что ты здесь. И знаешь, у меня хорошее предчувствие насчет этого задания. Ага. Окей. Если у тебя, чувак, хорошее предчувствие, то окей. Так, что у меня стоит? Повышает максимальный запас. Оружие. Боезапас, да. Сейчас. Надо поставлю. Болотце. Чтоб мне провалиться. У нас в блоке 13 есть такой же, только побольше. По словам Форда, исходный блок должен быть где-то в этих горах. Вряд ли его будет сложно найти. Знаешь, мне кажется, было бы неплохо связаться с командиром, оповестить блок о том, что с нами все в порядке, и что мы нашли здесь камень. Ладно, ладно, все бывает в первый раз. Со мной же не случится ничего страшного. Случится, чувак. Ты же не ГГ. Ты со мной? Слышишь? Я избранная девушка. Это персонаж девушка. Не подумайте ничего. Пруф. Ёбана. Ладно, поперлись. Что-то я хотел сказать. Забыл уже, короче, ладно, пофиг.
Ну, здрасте. Вход в зону Золотые холмы. Вход в колхоз имени Пушкина. Так, ты умри. Колхозники. Коноплю собирал, наверное, собака. Ну давай, посмотрим, что у вас тут есть. Как-то туман. С чего бы это ночью? У вас тут такой туман, объясните мне. Колхозники. Где все? Почему никто на работу не вышел? Блин, надеть что ли мой арбалет? Или не надо? Мне надо еще звуки потише сделать. Извините, минутка затупа. Вот так вот. Так, ладно, пойдем туда сходим. Мне вот такую вот хреноту дали, но это я прошел приключение в снежной локации. Там три босса было. И вот с лоста, по-моему, выпала вот такая вот хрень. Это вот обычная атака, если зажать, она вот так машет. Я вообще подумал, что та снежная лока это и есть подопытный 29 DLS. Оказывается, что я балбес. Оказывается, надо не так DLS начинать. Вот они заморочили, даже DLS не найдешь. Это просто забей. В этой игре просто так вообще ни хрена не найдешь. Я имею в виду не самой, не лут, не секретики, а... Короче, ладно, забейте. Чтобы найти ДЛС, короче, надо 7 пядей во лбу иметь. Я вообще бегал полдня, искал, может быть, на карте где-то вход в ДЛС, ну как обычно. ДЛС это где-то вход, значит, должен быть. Не, тут все по-другому. Но мне кто там якает? Кто я сейчас забрел? А мне куда? Там не пускают редиски. Сюда пойду. Как ты промазал? Зала. Так, этого пока не агрит.
Готов. Хорошо. Мне понравилось. А, мне вот еще интересно, а вот скорострельность на арбалете как работает? Он быстрее перезаряжается? Или что? Или он не работает на арбалете? Я тебе сейчас постреляю, козел. Стрелок недоделанный, твою мать. Эй, стрейф, у меня стрейф. Чик-чик-чик, не попадешь, не попадешь, не попадешь, не попадешь. Тихо. Колхоз имени Пушкина находится в запустении. Чё-то вы, колхозники, стрелять вообще не умеете, походу, да? Ладно. Так, что дает? Закаленное, закаленное. Пошел. Закаленное, оно нам надо, наверное. Могу залезть сюда, могу. Клёво. Кто-то рычит там еще. Подожди, а я что, на обычной сложности начал, что ли? Как это посмотреть? Блин. Что-то они дохнут быстро, больно. Вообще я заблудился, вообще в хлам заблудился. Вот, то есть ни малейшего представления, где я сейчас нахожусь. Ну, в смысле, оно и не должно, конечно, быть представление. Но когда по лесу гуляешь, чтобы не заблудиться, надо примерно представлять, где ты зашел, где ты выйдешь, чтобы выйти, в смысле, потом. А тут это не получится. Все, я, короче, заблудился. Окончательно. Тут без карты вообще жопа, наверное, была бы. Впрочем, ладно. В лесу бы я не заблудился, а тут... изи. Солома недоеденная. Кто рычит? Куда идти? Два вопроса насущных. Так, а как же посмотреть левель? Блин, я правда что ли игру начал на изевом уровне? Так неинтересно.
дурак. Или я просто такой крутой. Вроде выбрала высокую, как будто бы. Куда ты бежишь, дурак? Или это просто колхозники здесь? Как бы выразиться? Лоупольные. Знаете, в глаз стрелой. Засада. Да нет, наверное, просто эти противники тут слабенькие еще. Нас как бы в колхоз допустили, но пока что только ознакомиться. Че как? Ну вот, вот, да. Началось. Этого я и боялся. Прыгай. Чё ты мажешь-то? Справилась. Справилась. Нелегко было, ещё скажи. Вообще нелегко было. Еле справилась. Пошла. Что ты там стонешь? Зарплату не дали, что ли? Конечно, не дадут. Колхоз разворовали весь. Ходишь по полю делать. Заняться не знаешь чем. Не хватает места. Зараза. Ну привяжи, привяжи к рюкзаку, чё ты, блин. Какая-то несмышленая девочка вообще. Коробка с боеприпасами. Почему меня в ту дверь-то не пустили? Как туда пройти? Знаешь, что ведь? Отключит. Лол. Ваншот? Серьезно? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Сумбока страшная. Убей ее. Вот так. Нет, блин, что-то... Нелегко было. Что-то как-то... Ладно, помолчу. Что дают? Не, ну вообще-то арбалет, он сам по себе ваншотный, конечно. Почти. Я просто переживаю за сложность. Слишком просто.
Когда слишком просто, неинтересно становится. Когда слишком сложно, тоже неинтересно. В смысле, ну да. В общем, сложность должна быть оптимальной. Для конкретного человека. Потому что у всех скиллы-то разные. Мне вот комфортно, ну как комфортно, заходит играть на высокой сложности, то есть не на кошмаре, а на, короче, на высокой сложности. Я как бы горю маленько, но не до такой степени, что не могу вообще. Знаете, что хочу сказать? Может быть, я, конечно, что-то путаю сейчас, но я до этого начинал проходить этот DLC, ну, чтобы посмотреть, как что будет. Немножечко вот примерно до этого места. Но, по-моему, в тот раз у меня сараи по-другому спавнились. Потому что вот здесь... Под лестницей был лаз. Сейчас его нет. Может, это не это место, конечно. Ой. Так, гид с тобой. Здесь это плохая затея, наверное. Блин, оно здесь достает. Если я вот так сделаю, да? Ладно. Чучело, мяучело, и блин. Нелегко было. Нелегко вообще было. Нелегко было. Я тут как-то хитро так выпрыгнул и попал на козырек. Хочу еще раз. Потому что с этого козырька, возможно, можно еще куда-нибудь пройти. Но, видимо, нет. Не в этот раз. Ладно. Посмотрим карту. Нет, я могу, конечно, сейчас путать, но мне кажется, Лока по-другому загружалась первый раз. Возможно, тут тоже есть как бы рандомные боссы. Ну, я имею в виду два раза. Но это не точно. Так, надо настакать эту турельку. Для этого надо пострелять из... Настакал турельку, ага. Ты когда бежишь? Хотя, может быть, я и путаю, может быть, это и не здесь было вовсе. Чит.
Ладно, разберемся, что начинается вот это все. Туда, не туда, так, не так. Идем тихонечку. Дышим свежим воздухом, травку собираем. Спрятали железо. Наслаждаемся местными пейзажами. Я не люблю, когда в играх туман. Ни в каком виде. Чучело, стоять! Мне надо турель настакать. До последнего бежал. А ты застанется не хочешь, что? Или мне? Не желает совершенно. Так, куда же мы идем? Карта-то не вся открыта еще. Пробегусь. Посмотрю, вдруг что пропустил. Вроде бы нет. Сидели. О! Кольцо спинолома. Что? Повышает урон от атак в спину с ближним бою на 30 на сколько-то процентов. Ну, в принципе, в некоторых случаях это весьма полезно, наверное. Блин, вас хрен попадешь. You know? Высунься. Висунь пачку свою, суши. Не вижу тебя. Сразу. Так, нет, так дело не пойдет. Ой-ой-ой.
Тихо, тихо, пацаны, тихо. Блин. Как справилась? Еще один бегает где-то. Ты чё? Глухая? Тетя. Сейчас вон того допилим, и тогда уже справилась. Где он? Как тебе? Блин. Тут есть женский голос. Женские голоса есть. Так вот этот мне больше всего нравится. Такой забавный. Так, сейчас. Я, да, я, наверное, перепутал. Вот здесь вот, под этой лестницей секретный проход есть. Я вот до этого... До этого места доходил, короче. Здесь так спускаешься. И тут вот, да, вот. Здесь вот есть двери. Которой нужен ключ. У меня его нет. Где его взять, я пока не знаю. Совершенно. Не знаю от слова совершенно. Но наверх сходить надо. Ох ты ж ё... Под ноги я смотреть буду, алоэ. Так, ну все, наверное, надо это. Засейвиться, да? Законтролиться. Давай. Правда, эти дурачки сейчас резнутся все, да? Конечно же. А, где ворота-то? Вот ворота, да? Шорткат-то. Только это непонятно. Шорткат. Шорткат куда? И зачем он здесь нужен? Пофармить, типа? Как ты промазала? Правда, зачем здесь шорткат? Хм. Вот здесь мы начали. Обошли по кругу. И открыли шорткат. Вот зачем здесь шорткат? Если там нет больше ни хрена. Пусть это останется загадкой. Блин, мало урона, зараза. Мажу еще. Ну же, ну. В голову надо стрелять, но... Но я мазила. Или эти больше тут не заспавнятся. Ладно.
Так, сейчас. Небольшой перерыв на обед был у меня. На паузе. Для вас пауза, для меня обед. Норм. По-моему, ништяк. Так, куда идти? Что делать? Дайте кому-нибудь стрельнуть в глаз кому-нибудь. Монстры. Ага, во. Чё-то вижу. Оу, фак. Началось, блин. Вакханалия детектор. Знаете? Знаете? Че? Попал. Опять попал. Справилась. Молодец. Но не со всеми. Не со всеми, видимо, справилась. Блин, там кто-то грозный. Какой-то грозный хрен. Которого я нифига не вижу. А, у меня тут эта фигня осталась. Ну ладно. Ой, не-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 не. Кажется, у тебя проблема. Девонька. Сваливай. Чё меня так выхилило мало? Урона у них, конечно, нифига себе. Справилась. Ты посмотри, сколько ты хилок потратила. Справилась она. Я где тебе столько хилок возьму, алё? Стой, сволочь. Блин, урона, конечно, у них много. Ах ты! Успел прошмыгнуть в окно. Меня окружили. Плохо. В этой игре первое, что надо сделать, научиться, это быстро переключать оружие. Видите, как помогает. То есть выстрел не добил, быстро переключаешься на другое. Не набиваешь. Лах. Дайте что-нибудь полезное. Дали фигню какую-то. Большой сарай. Наверное, что-то вкусное есть. Настойка кованая. Блин, зря я их согрел. Ну что, не зря. Сидели мы на крыше. Все выше. Так, что тут? Высуньте лобик. Высуньте мордочку. Я шмальну. Никого. Ныкаются собаки.
Тут что? Тут никого. В этом тумане хрен кого разглядишь. На самом деле. Зато вот ящик есть. Так, сарай. Сарай как будто бы все. Нет, не все. Бинт. Бинт. Так, куда идти? Блин, мини-карта, конечно. Я бы не так сделал. Я попал. Я в тебя попал. Монстр. Монстр-колхозник. Колхозный монстр. Так, что еще? Да как ты промазал это? Столько раз. Черт, черт, черт. Наконец-то попал. Господи. Два патрона. Офигеть. Два патрона — это не по-нашему. Бинты дают. Предвкушая мое расщепление, наверное. Вы попали на локацию, где вас расщепят. На атомах. Кто-то страшно рычит. Ну чё вот этот забор не ломается? Это было бы прикольно, вообще-то. Вот кто вякал тут. Это все? Натуре. Там тоже кто-то рычит. Наверное, сейчас будет замес. Так, что у меня? Одна... Как она называется? О, господи. Один железный часовой есть. Одна турелька есть. Я тебе сейчас стрельну. То есть он первый выстрел доджит. Или как это называется? Дефенсит. Его первый выстрел не берет. Может, у него тогда стоит из пулемета сначала выстрелить, а потом добить. Обычным способом. Вот когда бродишь по таким новым локациям, все время есть ощущение, что что-то пропускаешь. Не замечали? Не обязательно в этой игре, а вообще. Вот вроде бы все прошел. Ты деревянный. Вроде бы все прошел, но кажется, что нет, надо еще что-то найти, вдруг что-нибудь не. И нашел. Я опять окончательно заблудился. Опять окончательный заблуд. Вроде бы как с
сюда, что ли. Запрыгивая в сарай, озирайтесь по углам. Вдруг кто стоит. Какой-нибудь небритый колхозник с монтировкой. Вот как тот, например. Знаете? Ты не помер, что ли? Редиска. Сидели мы на крыше. Так, ну что, все что ли облазил, нет? Скирда соломы. Где же взять ключ так той двери? Интересно. Замануха такая лежит прям, смотри. Сейчас подойдешь. Ура! Со всех сторон. На удивление, ну нет. Я, наверное, просто всех перебил заранее. Бродил в хол... Бродил колхозник по туману. Блин, стой ровно. Видишь, у меня сенса на мыши дерьмовая. Так, что прокачать? Наверное, вот это надо докачать до конца. И убить с королей, да? Десяточек сделать. Я бы в стримеры пошел, пусть меня научат. Ютубить хорошо, а стримить лучше. Офигеть, у меня экспромт. Сегодня прут прям из меня. Хоть в стихах проходи. Да. Блин, тут что-то вообще FPS падает. У нас тут еще и не один. Воу! По одному, алоэ. Я вам чё тут? Как ты промазала сейчас? Справилась. Справилась. Еще скажи, что это твоя заслуга. Сижу тут, потею. Ладно, девонька.
Это твоя заслуга, так и быть. Ты тут главное. А я так. По ютубе зашел. Возьми. Не хочешь? Кто еще, а? Хватит. Дайте погулять по просторам. Я на природу вообще приехал. Алоэ. Все, нет. Пойду, куда схожу? Там какой-то трактор интересный. Не довез сена. Ну или просто тракторист был слегка поддат. Тут с уверенностью ничего нельзя утверждать. Так, подожди, а это что там светится? Фонарик? Летающая тарелка упала. Что такое? И почему ты так светишься? Не, ну тут вроде больше все ничего нет. Это что за вентилятор? Что это за конструкция была? Типа ветряк? В вашем колхозе ничего не поймешь. Давайте уже сейв, и а то надо серию заканчивать. У меня место не резиновое на диске, алло. Зачем я это бью? Я ведь знаю, что это не разобьется. Так, тут не вариант. Так. Куда это? Ага. Это переход дальше, да? Ну, хорошо. На самом деле это хорошо. Там, видимо, босс первый. Исследовать исходный блок. Камушек дайте мне потрогать. Я без камушка жить не могу. Что, серьезно, камни не дадите? Да не, не может быть. В этом смысле всегда все было хорошо. Или вы считаете, что мне не нужен вот камушек? А, вот, контрольная точка. Это как-то тут темновато у вас. Фонарик бы, что ли, хоть дали. Фига себе тут. Оу, не-не-не. Извините. Я не к вам. Ну вот, и на этой прекрасной ноте эту серию я закончу. С вашего позволения. С вашего позволения. Пока-пока.